играешь в танки, подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре супертяж, сверхтяж, 10 уровня, Польша, вот, 60 ТП, вот такой красавчик в 3D стиле. Сегодня у нас полноценный гайд-обзор по этой машине, вот, и предлагаю уже по сложившейся традиции сначала пойти посмотреть бронирование. 60 ТП. Идем. Итак, вот наш 60 ТП. Давайте разбираться его броней. Вот, начнем с корпуса. Начнем с самой уязвимой части корпуса. Одной из уязвимых. Это у нас НЛД. 110 мм, при ведёнке 194, там, ну, грубо говоря, 200, да. Но хотя очень хороший угол наклона. И если этот танк чуть-чуть довернет, чуть-чуть, ну вот так довернет, уже 250. И это говорит о том, что под прямым углом вас пробивает, я молчу про девятки, десятки, вас пробивает практически любая восьмерка, да. Но при танковании вот так вот уже какие-то на обычных снарядах, не на голдовых восьмерки, начнут испытывать проблемы. Что касаемо ВЛД, у нас здесь бронеплита 160 мм фактического бронирования. В приведенке снизу 327, сверху 364. И это говорит о том, что, ну блин, ВЛД, даже как для 10-го тяжа, сверхтяжа у него очень хорошая и очень, конечно же, крепкая. И это же опять против бронебойного снаряда. Против кумулятивного, давайте поглядим. 389, 435. Ну, понимаете, против подкола. Подкол тут голдовый вообще как бы отдыхает. Вот это касаемо ВЛД. Но есть ослабленная зона у нас, это люк мехвода. 235 приведенки это по центру и по краям 296. А люк мехвода по центру достаточно большой, поэтому пробивать его не составит никакой сложности. Даже восьмеркам, которые сюда, ну, конечно, там не обычными снарядами, а голдой могут ложить легко. Как всегда, про девятки, десятки мы молчим. Щеки. Щеки корпуса невероятно крепкие, всего лишь 70 мм, но они находятся под хорошим углом как в горизонтали, так и в вертикали. И, конечно, если танк вам стоит спереди, передом вернее, ну, сюда бесполезно стрелять. Любой пушкой игры не пробьете, это бессмысленно. Вот, что касаемо бортов. Борта у нас здесь 110 мм, вот внизу 100, куча всяких экранов, катков. Может ли он танковать? Конечно, может. Вот броня рикошет, хорошие цифры, все четко, вообще никаких проблем. И даже скула, вот щека корпуса, она опять же находится под рикошетным углом, который не пробивается. А при танковании от борта этот танк можно пробивать в подбашенный цилиндр, который, пожалуйста, вот 255-280, сюда уже можно стрелять. И я вам хочу сказать, он достаточно не маленький подбашенный цилиндр, то есть закладывать сюда снаряды можно. Раз ослабленная зона, два ослабленные зоны, ну и НЛД у всех практически танков ослабленные. Бывают исключения, но это не ослабленная все-таки зона танка. Теперь касаемо башни. Башня у нас сферическая, соответственно, куча брони. Смотрим. Значит, давайте вот здесь сначала пойдем. Сейчас вот так. Вот. 180 мм, 150, 190 фактически. В приведенке 450, 460. Короче, не пробить никак. Никак. Просто сумасшедшая броня в башне. Есть вот под маской орудия у нас зона нижняя. 260 фактическую в приведенке, потому что это сфера, по центру это будет прямая зона для вас, если вы ее видите. 260, 270, и сюда, конечно же, танк пробивать можно. Есть еще у нас вот маска закрывает не всю часть вот этого корпуса, да, крепления орудия. И есть здесь вот такие вот тоненькие места, 274, 275, чуть-чуть правее уже 470. Ну, бессмысленно сюда стрелять, вы просто эту узенькую полосочку банально не попадете. Касаемо маски орудия,
Кругляш у нас вокруг ствола 260 мм, сюда можно пытаться выцеливать. Сама маска орудия по центру здесь 328, там, понятно, уже 600 и более, и запредельные рикошетные места. Это бесполезно. То есть, ну, маска очень крепкая, за исключением вот этого кругляша. Ну и, конечно же, у нас еще крышка, крышка башни верхняя, да, 50 мм, соответственно, под сумасшедшим углом наклона. Ну и, конечно, сюда не пробить рикошет. Разве что снаряды по правилу трех калибров, те, которые пушечки больше 150 мм, сюда могут заложить. Но вероятность рикошета очень велика. Даже на таких стволах попадете в верхнюю часть, зацепите, царапните. Ну и, конечно, лючок. Лючок у нас картонный, 220 мм в переведенке. Вот. Но стрелять нужно прям четко в него в центр. Снаряд, конечно, может уйти вниз и зарикошетит об башню. Надо стараться пробивать именно в центр. Итак, еще раз. Если вы этот танк видите вот полностью, как есть, да, ничего не скрыто, не корпус, конечно же, НЛД. СНЛД спрятал, торчит только ВЛД, конечно же, люк мехвода. Если он спрятал и все остальное, что называется, торчит только башня. А если видеть вот эту нижнюю часть, можно в нее стрелять под маску. Вот эта ослабленная зона. Ну и, конечно, лючок. В маску пытаться пробивать вот этот кругляшок очень тяжело, достаточно тоненький. Будет очень много непробитий снаряда. Вы знаете нашу точность в игре. Конечно же, туда могут не залетать. Идем в ангар. Так, с броней разобрались. Брони много с одной стороны. Достаточно крепкий танк, ну и много уязвимых зон. Лючок, полоска под маской, лючок мехвода и, соответственно, при танковании подбашенный цилиндр. Вот, давайте посмотрим его пушечку. Идем к исследованию. Что у нас за пушечка? А пушечка у нас 152 мм. С альфой 750, на фугасе 950. 250 пробития основного, 317 голда. Что основной снаряд, что голда, пробитие достаточно, ну так, грубо говоря, с конкурентами сравнивая, чуть-чуть занижена цифра. То есть у нас очень много снарядов с бронепробитием на 10 уровне, у тяжи 260 и чуть-чуть больше, да, здесь 250, и голда здесь всего лишь 317, но зато сочная альфа. Это и компенсируется, по сути. Лучше выцеливайте. Вот, заряжается пушка невероятно долго. На стоке 19,5 секунд. ДПМ на стоке 2300. Вот, 0,38 точность. То есть, никакая. И время сведения тоже достаточно долго. 3 секунды. Вот. По полевой модернизации. Вот, я еще не качал ее, но готов с вами разобраться и поразмышлять. Вот, по второму слоту, что бы я сюда поставил? Я бы поставил сюда, конечно же, огневую мощь. Хотя и мобильность можно поставить, но я бы поставил огневую мощь. Наверное. Во второй блок, давайте откроем, что у нас тут предлагают. Скорость поворота ходовой, к прочности, к сохранению набранной скорости. Поставил бы вездеходную ходовую. В четвертом блоке, к скорости сведения и точность. И то нужно. Посмотрим, что для нас наиболее важнее. 0.33 у нас разброс на 100 метров, 2.6 секунды время сведения. Вот. Давайте попробуем поставить точность. Что-то меняется? Меняется. Но время сведения почти 3 секунды. Ставим эту часть. У нас 0.34 точность, но сведение более комфортное. Я бы не ставил ничего. Вот оставил прям как есть. Ни то, ни то бы не ставил. А в пятом блоке однозначно звукоизоляция. В седьмом блоке нам предлагают максимальной скорости вперед. А здесь скорость горизонтального веяния, скорость сведения. Я бы здесь ничего не ставил. В восьмом блоке к запасу прочности машины от разброса при движении ходовой. Тоже ничего бы не ставил. Вот так вот. Представляете, всего лишь бы я сделал второй, пятый блок и вырвал огневую мощь, но может быть и мобильность, но все-таки на турбине мы катать не будем, поэтому получится бесполезный слот, однозначно огневая мощь. Вот.
По оборудованию. По оборудованию тут все достаточно просто. У нас во втором слоте мы выбираем вторым слотом полевой модернизации огневую мощь, ставим однозначно досылатель. Вот. И всегда у вас в третьем слоте стоит стаб. То есть эти два вида оборудования на этом танке висят всегда. Всегда. В первый слот вы можете поставить улучшенную закалку, можете поставить вентилятор. В первый слот вы можете поставить УМП. Самая правильная сборка — это либо на закалке, либо на вентиляторе. Вот. Я катал что так, мне почему-то больше нравится на вентиляторе. Потому что, да, я жертвую количеством ХП, да, у меня не такая крепкая гусеница, да, там сбивать ее будут чаще, да. Но у меня улучшаются такие характеристики, как, да все улучшаются, вентиль у нас как бы на все роляет. Поэтому все-таки я на вентиляторе. Я еще поставил инструкцию на досылатель по снарядам. Основной снаряд у нас здесь бронебойный. Вот, летит 900, не прям, ах, как быстро, 10 уровень все-таки танка, летит-то 900, да. И голда у нас летит также 900. Голда у нас кумулятивный снаряд. Поэтому, ну, скорость полета снарядов такая достаточно посредственная. Вот. По снаряжению стандартный комплект, ремка, аптечка, обязательно огнетушитель. Вот, желательно автоматический, но если мы хотим максимально раскачать возможности танка, то, конечно же, надо ставить доп. Паёк, который даст буст ко всем тактико-техническим характеристикам данной машины. По экипажу у нас здесь стандартные 4 члена экипажа. Первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт. Вторым перком всем боевое братство. Дальше качайте, как показано в таблице. Поставили вот такое оборудование, инструкцию поставили, поставили доп-паёк. Экипаж у нас почти 5 перков. Вот. Давайте поглядим, чего же мы достигли. А достигли мы следующего. Пушечка у нас уже заряжается чуть больше 14 секунд, и это очень хорошо. Время сведения 2,6, 0,33 конечная точность. ДПМ вырос почти до 3200. Кстати, у ВН пушечки минус 8. Сказать, что это прям отлично? Нет. Ну и неплохо. Нормально, касаемо УВН. Вот, по ХП мы на вентиляторе без закалки имеем 2600 ХП, что вполне себе сносно. По мобильности, ну это сверхтяж, что тут даже говорить. 35 вперед, 14 назад, чуть меньше 13 лошадей на тонну удельная мощность. По незаметности даже смотреть не будем. Обзор у нас с вентилятором 455 метров. Да, у нас вкачан почти полностью орлиный глаз. У нас вкачан радиоперехват. Вот. Если вентилятор уберете, поставите закалку, конечно, здесь будет там в районе 420 с чем-то. Но это сверхтяж, мы огромные, и по сути тоже заострять внимание на обзор особо не нужно, потому что, ну, мы деремся в лоб, мы танк прорыва. Поэтому обзор. Но иногда там кто-то по вам стреляет, там из кусти какая-нибудь ПТ-шка, и такой обзор позволяет ее подсветить. Вот. А теперь по плюсам и минусам танка. Давайте сначала по минусам. А к минусам однозначно относим размеры танка. Танк просто огромный. Конечно же, огромная мишень, в которую достаточно легко стрелять. Это первый минус. Второй минус. Это, конечно же, безусловно, подвижность этой машины. Очень медленный, тяжелый сверхтяж. Ну что такое 35 вперед? Ни о чем. Вот. Касаемо пушки. Касаемо пушки. Казалось бы, минус 8 УВН. Это здорово. Но вот мне на этом танке реально не хватает бронепробития как основного снаряда, так и голдового. Против десятых уровней, у которых есть голда и 330, и 340, вот, даже на СТ-шках там, да, есть и больше пробития, а у нас всего лишь там 317, и это мало. А основной снаряд 250 вообще плачевно, как по мне. Я считаю, что это минус. А также минус отнести можно частично к броне. Вот этот подбашенный цилиндр, ВЛД крепкая, но люк мехвода, да, лючок есть. НЛД, ну, здесь говорить чего. Вот, это касаемо все минусы. Плюсы.
Все равно в целом неплохое бронирование в целом в ЛД, если на расстоянии там среднем вам будут стрелять, пытаться в люк мехвода, конечно, они могут попадать. ВЛД достаточно крепкая, там башня у нас хорошая, да. То есть в целом броня — это все-таки плюс. Какие еще плюсы? Ну, на этом, наверное, плюсы-то и закончились. Потому что все остальное — это все-таки больше минус, да, этой машины. Обзора, можно сказать, нету, но это тяжелый танк. Пушка — спорный вопрос, снаряды — спорный вопрос. Броня — вот единственный плюс этой тачки. Вот. Предлагаю уже отправляться в бой, пощупать, подергать за рычаги, посмотреть, как играется данная машина. Погнали. Ну вот, одноуровневый бой. Малиновка. Сверхтяж, обзор боем, 60 ТП. Сейчас поедем на гору. Наверное, поедем, если наши союзники поедут. Вот, конечно, это бы Кате очень сильно пригодилось бы нам, что турбина, правильно. Но я буду без нее. Покончим с ними! Так, у нас еще все на гору поехали. Т-100 ЛТ-1 остался. Это плохо. А тут бабаха. К ним пришло подкрепление. Т-121 отступает вроде как. Ну, пытается отсветиться. Пошел вперед. Не, пошел назад. Метается там, бедный. У врагов подкрепление? Или, а что у них ЕБР исполняет? Ух, вот дает. У нас тут столько танков наверху, что можно поехать себе позволить по низу. Альфа. Все, Вася, куда ты денешься? Я сейчас тепленьким. Меня задели. Просто порвали парня.
Ну тут у врагов тут если. Противник на 12 часов. Даже комментировать нечего. ПТМ он отлетает уже во все. Враги повсюду. Враг уже близко. Аккуратнее там. Это логично, что мы его не пробили. Ух ты. Лучше б я вон. Бачком который. На тебе. О. Враги повсюду. Есть движение. Господа, даже 3К, к сожалению, не получилось сделать. Ну, сумма там есть, 3К, да, за светом. Но на этом танке надо настреливать больше. Бой с десятками, у врагов, к сожалению, турбослив. Мы сверхтяж, мы медленные. Мы на позицию на гору одними из самых последних приехали. Но как есть, так есть. И это минус этого танка. Нужно учитывать, что в турбосливах на медленных сверхтяжах настреливать много урона. Это, конечно же, дело тяжело. Вот этот бой тому и доказательство. Вот. Дай бог мы там в топ-10 зашли. Нет, ну, даже пускай 5-е место позорное заняли, да, но... Скорость боя была слишком велика, чтобы на этом танке, при учете его КД, при учете его подвижности, дать, ну, побольше урона. Но в целом, сами все видели. Пишите свои комментарии, у кого есть данный аппарат, да, на каком вы ездите оборудование. Возможно, вы, как и многие, как и, вероятно, даже большинство танкистов, вместо вентилятора, вот у меня в первый слот ставите улучшенную закалку, и это правильно. Но мне этот танк на вентиляторе заходит. Я на нем катал на улучшенной закалке. Вот, в целом, можно и так, и так. Так что... Лайкосы, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Эндомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.